Ну, вот так выглядит место, когда открывается. При закрывании тухнет. Сейчас потухло. Чуть потухло. При открывании вот так. Поэтому смотрите. Единственный момент, что прошло, наверное, ну не знаю, может быть, пару месяцев, и цветовая гамма уже, цветовой гаммы уже нет. То есть здесь был зеленый, фиолетовый, ничего этого уже нет, выгорело, поэтому, скорее всего, уже с этим ничего нельзя сделать или заказывать запасные пленочки, там есть такие специальные. Созваниваться нужно с продавцом, может ли он дополнительно предоставить. Ну, вот такая ситуация. Это удобно, стильно, красиво. Плюс у меня здесь же вообще ничего не было. Красный был только светоотражатель. А я поставил и свет, и плюс удобство для открывания, и чтобы можно было безопасно вступать, особенно когда мог. Смотрите, как это все делается. Сейчас у нас распаковка вот этой посылки из Китая. Интересная. Посылка. Внутри специальное. Специальное освещение для дверей Шкоды Октавии. Вместо обыкновенных светоотражателей, которые вставляются в дверь, здесь и есть и светоотражатель, и свет с логотипом. Поэтому будем устанавливать, здесь просто два пина контактов, будем устанавливать в Шкоду Октавия. Я сниму видео, каким это образом, пока это будет только передние двери, куда можно подключать. Подберем специальный разъем. Думаю, что это, ну, очень сделает более интересным саму машину. Большая степень удобства. Но она свободно просто вставляется в стандартное место крепления. Итак, для того, чтобы проекторы поставить, необходимо подключить к электрической системе здесь в карте. Поэтому карту снимаем. Обшивку, она снимается просто. Необходимо вот снять эту ручку, она снимается, ну, как бы не совсем просто. Просто сначала нужно вот эту вставку вытащить. Значит, сюда поддеваем, ну, просто вытаскивается. И уже после этого, как мы вставку сняли, поднимаем, просто поднимаем с защелок, и она подастся. Опа. Кажется, что не хочет идти, но даже просто руками ее можно приподнять. Вот так. Защелки простые, вот обыкновенные такие защелки. И снимаем. Для чего мы это делаем? Чтобы открутить вот те три больших винта. Больших. Вот те внутренние. Что еще нужно сделать? Снимаем колонку. Она будет мешать поднять дверь вверх. Просто отстегивается, и все. И снимаем вот эту ручку. Значит, вот так вот. Не ручку, а наставку вот эту. Значит, приподнимаем. Берем и вытаскиваем. Просто берем, на себя тянем. Все это для того, чтобы отсоединить разъем. Он там
будет подсоединен. Разъем снимаем, и тогда карта снимется. Что еще нужно сделать? 7 винтов. Значит, 2 винта на одной стороне, 3 снизу, таких же винта под торкс. Звездочка. Не знаю, вижу, видно или нет. Ну, вот. Одна, последняя, вторая и третья. И две на этой стороне. Ну и все. После того, как открутили, там дальше легко. Итак, сняли разъем здесь. Просто нажимаем тут на флажок и вытаскиваем. Что еще нужно? Так, неудобно мне снимать. Вот этот флажок. Нажимаем и вытаскиваем. Что делаем дальше? Ну, после того, как вы вот эти тоже три винта открутили, то низ просто на себя поднимаем. Вот так. И толкаем вверх. И она... Она там немножко еще цепляется на вот этих винтах. Нужно с болтов снять. Вот, все, она теперь просто вот так вот ходит. Еще не нужно. Поднимаем вверх. Зачем? Чтобы поднять вот здесь над выключателем. И еще вот весь, значит, вся кромка вот здесь, она там засунута в такой, в порожек. Она так плотно, вся эта кромка плотно засунута. Вот ее нужно с того места, куда она засунута, вот, и вот туда классно она засунута, нужно просто вытащить. Тянем. Опа. И оно подается. И так по всей длине. Тянем. Тянем вверх. И оно подается. Все. Что теперь нужно? Теперь разъемы. Разъемы. Там, если у вас есть разъем сигнализации. И разъем этот отсоединили. И вот здесь есть еще... Нужно снять тягу, выключать открывание двери. Ну и все, теперь мы уже добрались до нужного места. И у меня, видите, уже все на скотче. У вас может быть все на клее. У меня уже кто-то снимал и так снимал, что все поотрывал. Можете назад заклеивать на скотч, а можете на клей. Клей нужно использовать в аэрозоле. И вот здесь есть блок комфорта дверной, куда будем подключать провода. Ну, а провода нужно сначала сюда как-то подсоединить. У меня нет разъема, поэтому сейчас буду придумывать какой-то разъем и тянуть провода вот сюда к блоку комфорта. Ну, а для этого сейчас все это... Эту шумоизоляцию нужно отсоединить снова. Ну что же, теперь я нашел разъем. Значит, это разъем от какого-то компьютерного старого разъема. Он был такой из шести, или, ну, телевизионный или компьютерный, тоже плоский. И вот если сюда смотреть, то он как раз такой шестиполюсный был, я его отрезал. И вот сюда сейчас припаяю два проводка. Полюсность плюс-минус здесь, по-моему, не важно. Во-первых, он не подписан. Во-вторых, по-моему, не важно. Там стоит переполюсовка. По-любому можно, короче, подключать. Он сюда как раз заходит. Ну, я его сейчас клеевым пистолетом в двух местах прихвачу, чтобы он не выезжал самостоятельно от вибрации. Ну, даже если выйдет, у нас же мы же его можем вытащить и назад всунуть. То есть просто сейчас клеевым пистолетом прихвачу, припаяю провода, ну, а там на фишке уже буду подключать к плюсу, общему красному проводу на центральном разъеме в двери. Значит, как его снимать?
Вот он снимается, не вытаскивая, а вот, вот этой фишкой. От, значит, сама фишка и вытаскивает ее. То есть вы тянете фишку, она, эта фишка вытаскивает разъем сама. Вы ничего не делаете. Вы только вот сунете туда фишку. И она самостоятельно его выдавливает. Просто тут одна рука неудобна. Мне надо тянуть, пока в сторону. Так что неудобно. Сейчас возьму чем-то. И вот когда вы тянете, чем дальше вытаскиваете, тем сильнее вытаскивается разъем сам. Ну и все. Теперь, что нам нужно, будем подключать к вот этому красному. Это будет плюс. А минус будет от контакта датчика закрытия дверей. Как только он будет открываться, будет загораться днем и ночью. Значит, что нужно? Нужно найти, какой пин на этих дверях и на... Ну, сейчас мы ставим на водительскую дверь и посмотрим, какой пин на разъем, на контакт закрытия дверей. По-моему, 18 есть на водительских дверях. Итак, эти спаянные провода вот здесь я сейчас замотаю изолентой, протяну и буду подсоединять к этому разъему. Значит, красный на 20 контакт большой приходит, красный — это плюс. И вот на 18 тут получается 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, потом средний начинается 11, и предпоследний, если справа налево считать, тут у меня есть коричневый с желтым. Это 18 контакт. Итак, 20 и 18, полярность не важна. Сейчас припаиваем. Единственный момент, смотрите. Ну, во-первых, не близко к контакту, а где-то вот на каком-то расстоянии, чтобы удобно было паять просто. И у меня вот такой большой паяльник. Зачем? Паять нужно только с отключенным паяльником от сети. То есть вы нагрели, отключили и припаяли. Для того, чтобы не выпалить блок комфорта и у вас потом не было проблем с электроникой автомобиля, отключенный от сети обязательно это нужно делать. Итак, один сюда на 20, другой на 18. Сейчас аккуратненько лезвием сниму изоляцию и припаяю. Ну что же, я подключил, работает, горит свет, закрываю, я еще не припаял, а просто подключил проверить, закрываю, тухнет. Итак, 20 и 18. Ну и сейчас я все назад сниму разъем, подпаяюсь с выключенным из розетки паяльником, ну и собираю в обратной последовательности. Вот как-то, не знаю, видно или нет, ну там круг такой, Шкода, видите, будет зелененький. А теперь будет вот как-то вот такого размера. Ну, посмотрим, как это будет сегодня ночью. Собираемся поехать в ночной парк и заодно и посмотрю. Ну что же, я подпаялся паяльником, сейчас замотаю изолентой и все собираю в обратной последовательности, все аккуратно, по возможности заменяю где-то скотч, где это возможно. Ну а здесь я неопреновым клеем промазываю, или из баллончика, ну или у меня есть неопреновый сапожный клей, вот такая пенка клеится неопреновым клеем. Все, увидим, как это будет вечером.